Когда Березберг написал песню, которую я сейчас исполню, тогда еще о гендерном равенстве, наверное, так остро не говорили, не стояли вопросы масштаба государственности вообще. Но если вспомнить Михаила Жванецкого, «Я никогда не буду женщиной, интересно, что они чувствуют», то следующая песня тоже очень интересна. Он за мною, видно, шел, взял залог. Слушай, Люся, будет очень хорошо, я живу один у Люси. У него усы густые, и глаза, как две букашки, и виднеются кусты из-за ворота рубашки. Я не Люся, говорю, а зовут меня Тамара, и такого не терплю, и такие мне не пара. 10 лет варил басу, 10 лет рельес крал, 10 лет в очереди колбасу я доставала, 10 лет учила я сверхсекретное чего, 10 лет сидела я у окошка на работе, сердце стачивая в кровь, 10 лет дитё растила, что рассталось на смутился он ничуть, только взглядом гладит платье, я тебе за ночь заплачу, сколько тебе за платье. Я играла в мяч ручной за спортивные награды, и была я центровой, и бросочек был что надо. Я овощечку сумму из руки переложила кавалеру своему меж букашек засадил. До Щелковской метро, на Щелковской автобус, а в авоське 6 кило, овощных консервов глобус. Открываю тихо дверь, дочка бьет по фортепиано, ну а мой любимый зверь, он лежит, конечно, пьяный. Снять ботиночки с него, не тревожа, постаралась, от полочки от его трешка мятая осталась. 10 лет варил лосу, 10 лет грез стирала, 10 лет в очередя колбасу я доставала, 10 лет учила я сверхсекретное чего-то, 10 лет сидела я у окошка на работе, сердце стачивая в кровь, 10 лет дитё растила, что уже осталось на любовь. Полтора годка от силы. На плите чаёк стоит, дочка сладко засыпает, за окном моим гаит, громко частников ругает. Глянув телек дымыча, поколение молодое, все с гитарами кричат, как перед большой едой. Убрала я со стола своего пригрела Пашку. Все-таки мало я дала тому аду меж букашек. Поистине народная артистка.